Карпаты. Как прекрасны горные вершины. Отсюда идут обходные пути Красной Армии на Берлин, через Польшу, Чехословакию, Венгрию. Далек этот путь исполинов, и лишь история оценит вполне величие замысла и труд его исполнителей. Отвоевав родные земли, рабоче-крестьянская Красная Армия начала борьбу за возвращение независимости народам, которые оказались в оккупации нацистской Германии. Не дай Бог никому выписывать такие писания. У нас советских солдат уважали, любили все. 26 марта 1944 года в истории Великой Отечественной войны произошло знаменательное событие. Красная Армия вышла на государственную границу СССР с Румынией в районе реки Прут. С этого дня началось освобождение Европы от фашизма. Кормили, мама выехала, мы удивились. Какая она? На дорогах стояли ящиками, корзинами, трупами. В Венгрии нам подносили очень враждебно. Румыния, Болгария, Венгрия и Австрия были союзниками Германии. И тем не менее советские войны освобождали эти страны с чувством интернационального долга, благородством и гуманным отношением к мирным жителям. Сегодня события тех дней полностью искажены. На Западе истинная роль освободительной миссии Красной Армии ко вниманию не принимается. Советских солдат нередко пытаются выставить как убийц, насильников и мародеров. Но историческая правда еще не растворилась во времени. Живые участники и свидетели тех событий делятся своими воспоминаниями. Весной 44 года вступил советский солдат на румынскую землю. Мы перешли границу в Румынию, освобождали и уничтожали немцев. Там окружили в одном месте с помощью нашей артиллерии. Значит, 56 тысяч в плен забрали немцев и румын. А румыны были союзники Гитлера. И мы освобождали Бекеу, Бузеу, румынские города. Неказисто выглядят сегодня те, кто вчера еще кичливо мнил себя хозяевами. Трусость в бою, мародерство и жестокость румын по отношению к мирному населению на оккупированных территориях даже у немцев вызывали возмущение и брезгливость. Стоило войскам Красной Армии войти на территорию Румынии, как руководство страны мгновенно поменяло свою геополитическую позицию и выступила против нацистской Германии. Мы в Румынии прошли без особых боев. Мелкие стычки, может, были, да? А крупных боев на территории Румынии не было. В Румынии, с этим вот, где были окружены войсками, начали сдаваться к тому по указанию короля. И все войска, которые не румынские были, они сдались. Это такая беднейшая страна, мы все убедились, ну что такое? И одеты плохо, и какие-то все болезненные. Бедный живут в Румынии, кроме у них мама рыба ничего нет. Кукуруза, как мука, потом туда чуть-чуть свиное сало, чуть-чуть там сальный, больше ничего нет, бедный живут. Живот раздувает от этой мамалыги. Понимаете? Ну, кукуруза, одна кукуруза, ни хлеба, ничего нет. Ну, это длится несколько дней, а несколько дней кушать хочется. Позади славный боевой путь. За 11 дней уничтожено 12 германских дивизий под Кишиневом. Разгромлена группа немецких войск под Акерманом. Пробиты железные ворота у Факшан. Заняты Бузеу, Плоешти. Мы освобождали после Яс, Плоешти и Бухарест. Взяли
летом 44-го освободили от немцев Бухарест. Румыния была полностью освобождена в течение сентября-октября 1944 года в результате Бухарестско-Аратской наступательной операции. Потери советских войск составили более 55 тысяч человек. Вступив в Бухарест, советские войска тем самым ликвидировали немецкую угрозу с севера, столицы Румынии. Мы вышли после Румынии на границу с Болгарией и прошли, и ведь болгары подготовили 500-тысячную армию против Советского Союза. Но это насильно забирали их. Они через некоторое время Толбухин дал команду подготовиться к бою. Вот проходит час-полтора, никто не стреляет, только эти болгары ходят вокруг белых домиков. Болгария с 1941 года была союзницей нацистской Германии. И это союзничество было отнюдь не номинальным. Немецкие, итальянские и румынские суда использовали ремонтные возможности болгарских военно-морских баз. При этом Болгария не разрывала дипломатических отношений с Советским Союзом. Когда в сентябре 1944 года Красная Армия приблизилась к границам Болгарии, руководство страны сразу же переориентировалось и перешло на сторону СССР. Операция по освобождению Болгарии стала самой быстротечной и бескровной за всю историю Великой Отечественной войны. Болгарская операция. Военная операция вооруженных сил СССР против войск Германии и Болгарии в ходе Великой Отечественной войны проводилась с 8 по 9 сентября 1944 года. Во время операции никакого сопротивления советским войскам оказано не было. Советские войска прошли по болгарской территории, не нарушая деятельности органов местных властей и не разоружая болгарскую армию. В октябре 1944 года советские и болгарские войска совместно действовали в Белградской наступательной операции. Когда мы вошли из Румынии в Болгарию, местное население нас встречало радостно, очень радостно, как праздник. Да? На дорогах стояли ящиками, корзинами фрукты. Это был осень. Виноград, яблок, все, что хочешь. Все, каждый хотел что-то давать в машину. Мы у Краева были. Подошли эти жители этой деревушки, где мы остановились. Они нас стали приглашать к себе в дом там погостить. Мы с вот этой моей подругой пошли в одну хатку. Там они даже подарили нам гостинцы такие. Мне кружечку дали красивую, она до сих пор у нас есть. Они говорили русские. Нас уже второй раз освобождает. Спасибо за русскую армию. Когда мы форсировали Дунай, река Дунай, пели песню мы. Хороша страна Болгария. Вспоминаем очи карие, тихий говор, звонкий смех. Хороша страна Болгария, Россия лучше всех. Несколько столетий Болгария жила под османским игом. В результате победы России в русско-турецкой войне 1877-78 годов Болгария получила независимость. Однако и в Первой, и во Второй мировых войнах эта страна неизменно выступала на стороне наших противников. Сегодня, к великому сожалению, в геополитической ориентации болгарского руководства ничего не изменилось. Его усилиями у нынешнего поколения болгар стираются в памяти все послевоенные достижения болгарского народа, ставшие возможными благодаря десятилетиям добрососедских отношений и братской взаимопомощи Советским Союзом. В отличие от болгарской операции, освобождение Венгрии носило затяжной и ожесточенный характер. Венгрия
была для Германии важной сырьевой базой и оборонительным форпостом. Внешний оборонительный пояс Добешта опирался на сеть пригородных, шоссейных и железных дорог. Битва за Будапешт вошла в число самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Мы ворвались в Будапешт. Немцы пошли в атаку, бросили танки, а за ними пехота шла. Вот я дал за родителям огонь, ощёк эту пехоту. Пехота залегла, а двери зажглись как танк. Ну а потом они что-то по-немецки начали эти самые кричать. А потом смотрим, мина перелет, а вторая недолет. И мина падает здесь, и все осколки мне в живот. Я только посмотрел, как что-то обожгло в животе. Начав войну вероломным нападением на СССР, немцы вели ее, как варвары и людоеды, и кончают ее, как подлые и трусливые убийцы, которым уже нечего терять. Не дай бог никому испытывать такие испытания, как это Будапешт. Это вот страдание хуже всякого, чему можно представить. На высоких домах и колокольнях вражеские огневые точки. Наши 152-миллиметровые пушки ставили напрямую на воду. Это означает, что впереди вон у Голдома бах, вон вроде танк или что, бах. Там появилась куча людей, бах, и так далее. Но полтора месяца там мы штурмовали. Будапештская операция. Стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. Проводилась с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года. Бои за Будапешт отличались особым упорством. 13 февраля сражение было завершено освобождением столицы Венгрии. Потери советских войск в Будапештской операции превысили 300 тысяч человек. Из них более 80 тысяч – это безвозвратные потери. Наши минометные роты трех батальонов оказались в зоне, где должны были прорывать немцы извне и изнутри. Это была мясорубка, самая настоящая. Группировка была уничтожена частично, частично пленена. И Будапешт был взят. Новый день взошел над Будапештом. Это был уже первый день столицы Новой Венгрии. Венгерские войска были одними из самых жестоких оккупантов. Чудовищность их зверств не знала границ. На их счету множество бесчеловечных преступлений, унесших десятки тысяч безвинных жизней. В то же время отношение мирных жителей Венгрии к советским войскам, по свидетельствам очевидцев, было не столь однозначным. В Венгрии к нам относились очень враждебно. Вот пехота рассказывала, когда они зашли и стучали во двор, то венгры подошли к забору и полили наших пехотинцев кипятком. Венгрии, мирные жители, ничего плохого, значит, я от них не слышал. Когда нам приходилось жить в них в квартире, они нас кормили, они самые лучшие постельные и так далее стелили. Венгрии, там другие люди совсем были, и они относились к нам с настороженностью. И мы попали, когда в окружение к ним, то они эсэсовцев пропустили в этот населенный пункт, где мы были. Но нам подсказал этот же житель,
что прячьтесь там-то, там-то на чердаках, и когда они уйдут, мы вам сообщим и вас проведем до русских, до ваших. И это они выполнили с точностью. На сегодняшний день Венгрия – единственная из европейских стран, освобожденных Советским Союзом, которая, судя по всему, выучила уроки прошлого и в нынешней непростой геополитической обстановке действует сугубо в своих интересах. Оставив позади Венскую долину, войска генерала-лейтенанта Захватаева вышли в предместье столицы Австрии. Освобождение Австрии стало одной из завершающих операций Великой Отечественной войны. В середине марта 1945 года советские войска начали штурм Вены. Когда мы дошли до Вены, это тоже штурм этого города. Но он длился очень недолго, всего одну неделю. Не так, как Будапешт, который более месяца оборонялся, там уличные бои были. Вот. А за неделю и мы его, по сути дела, освободили от немцев, от австрийцев. Венская наступательная операция. Стратегическая наступательная операция советских войск в западной части Венгрии и Восточной Австрии. Проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года. 6 апреля начались бои за освобождение Вены. Части рабоче-крестьянской Красной Армии штурмовали столицу Австрии сразу с трех направлений. 13 апреля Вена была освобождена. При штурме города погибли около 18 тысяч советских военнослужащих. Когда взяли Вену через неделю, Москва должна была салютовать 324 орудиями 24 залпа в честь взятия. Но оказалось, что один из домов, опорный пункт немцев, стоящий на небольшой высоте, вот оказывал еще сопротивление. Нам говорили, что после взятия этого дома мы можем говорить о том, что Вена взята, и только тогда можно произвести салют. Не знаю, правда это или неправда, но факт тот, что нам, пятерке смельчаков, во главе с лейтенантом было поручено хитростью взять этот опорный пункт. Целые сутки лейтенант все время наблюдал за немцами, когда они отстреливались от наступающих наших порядков. И в конце концов, значит, пришел к выводу, что мы можем взять этот дом, только нужно мигом пересечь улицу. И мы эту улицу пересекли рано утром и зашли во двор. Нам навстречу австриец, коммунист, сказал и показал нам самый удобный вход в этот дом на второй этаж. И мы поочередно в коридоре открывали дверь, бросали гранаты, вот, из автоматов поразили немцев, и таким образом дом был взят. Мощная группировка противника разгромлена на голову. Советские войска полностью очистили Вену от немцев. Вену взяли. И все вышли на улицы. Гражданские и наши военные. И танцевали вальс Страуса. Так веселились, целовались. Австрийцы другого плана люди. Это не гитлеровцы. Они Толбухин Федор Иванович, который командовал Третьим Украинским, он обратился к народу. Граждане венцы, не допустите Вену к такому ужасному положению, как Будапешт. Будапешт изувечен был полностью. Перекопанный на траншеи, на доты, на зоты, на пожары и так далее. И венцы помогали. Венцы помогали, шли и солдаты,
солдатами были и помогали воевать, и оберегали наших солдат. Мы относились очень хорошо. У нас батальон шли в Австрии, а красивые места там, лес, дороги хорошие, перевал. И тут это закричали, немцы были тогда. Ох, мы думали, ну все. Когда лезет, лес выходит, когда разглядели дети. Вот такие пацаны, женщины, дети, подростки, которые гнали с России детей. Они там бауры были, бауры богатые в Австрии. У каждого бауры там по 300 детей, там по 400. И они нас обняли, окружили, мы стали плакать вместе с ними. Одна девчонка держит меня за ногу. А что вы так долго не шли? Я говорю, мы же пешком. Их пригнали сюда из-под Смоленска, Ленинграда. Немецкие палачи не щадили ни стариков, ни детей. Воины Красной Армии спасли их от гибели. В Амштеттене была предварительная встреча с американскими войсками. Там командование между собой вело переговоры, потом выступали. Вот. И нам было приказано не трогаться с места. Тронулись с места американцы. Они сразу же, кто по мосту, кто прямо ныряя в канал в этот, перебрались на нашу сторону, и началось братание. Вот там получилось так, меня сгреб один капрал, рыжий такой, здоровый детина. И мы угощали друг друга. Он мне говорил, подари мне что-нибудь. Сразу вот оружием хотел обмен сделать. У меня автомат был, у него карабин. Я сказал, нет, оружием я не могу поделиться. Тогда он говорит, ну что еще подать? У меня была на пилотке звездочка, но не такая заводского изготовления, а из консервной банки. Я ему оторвал эту звездочку, подарил. Я говорю, что вы будете делать с ней? Он говорит, я ее покажу, что я с русскими встречался. Вот это братание со союзными войсками. Это было очень трогательно. Очень трогательно. Такой был эпизод в Австрии. Мы сидим в кафе, кушаем. Напротив нас сидят американские солдаты. Мы уже была встреча на Эльбисе. С правой стороны там сидят австрийцы живущие. И вот один из австрийцев подходит к нашему солдату, берет его за медаль и посмотрит. Вдруг американский солдат подходит, как даст ему в лоб. Какой ты имеешь право дотрагиваться до награды советского солдата? Вот так нас советских солдат уважали, любили все, кто знал, что мы есть. Над освобожденной Веной впервые после многих лет взвился национальный флаг Австрии. Красная армия навсегда избавила Вену от немецкого господства. 8 мая мы были в городе Мельки. В этот день, пока мы шли к этому городу, немцы уже толпами, строем по обочинам дороги шли, сдавались. Уже чувствовалось дуновение такое, окончание войны. Я с двумя солдатами зашел в один дом, и там стоял приемник. И один из наших солдат сказал, что-то там о капитуляции говорят. Мы вышли на улицу и сразу всем объявили, что немцы капитулируют. И все такое. Нас посчитали нарушителями спокойствия военного. Но через некоторое время поступило сообщение из дивизии нашим радистам о том, что готовьтесь, немцы капитулировали. Действительно, война закончилась. Жестокая, кровопролитная, мучительно долгая война закончилась. Человечество спасено от смертоносного фашизма. Цена независимости и свободы европейских народов – более миллиона жизней, которые советские воины, не задумываясь, положили за других людей и будущие поколения. Сегодня вместо благодарности и уважения
власти многих освобожденных государств пытаются обесценить величайший подвиг советских воинов-освободителей. Но история хранит правду. Спустя 80 лет реальные участники тех событий рассказывают нам, как это было. Каждое их слово – правда, а значит и подвиг наших героев будет жить вечно.